Ученые физики в шоке. Вечный двигатель был создан в Узбекистане изобретателем Таиром Камаловым. И позже изобретатель поставил свой генератор на велосипед. И тем самым доказал его работоспособность. В этом видео вы увидите все этапы его установки, а также как эта штука работает. Друзья, не забывайте делиться этим видео, поскольку это очень важно. Чем больше народу узнает об этой технологии, тем больше шанс, что она появится у каждого в доме. Ну что, а мы начинаем. Запрещенные технологии станут доступны всем, если только вы сами поможете их распространить. Иначе никто никогда не узнает, а что это за свободная энергия и запрещенные вечные двигатели. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. Просто я в предвкушении того, сколько всего мы узнаем нового, потому что это действительно установка, которая работает вроде как без постороннего питания. После того, как генератор подхватывает, ну, как мы раскручиваем педали, у нас начинает вырабатываться электроэнергия, которую мы можем спокойно использовать. И если дальше вы посмотрите, вот то, что на столе стоит такая установка, на вид она достаточно простая. Здесь используется, как я понял, мотор-колесо от электротранспорта, и, возможно, оно же является и генератором. То есть это пока что первая наша часть по разбору этих видео, и потом мы уже более подробно будем изучать, как что здесь работает. И если вам очень понравится это видео, друзья, и соберет много лайков и комментариев, то, возможно, мы отправимся к этому изобретателю, если он, конечно, сам согласится показать свое чудо и рассказать, как все это дело устроено и работает. Ладно, мы приступаем к просмотру видео. На самом деле, друзья, здесь очень много всего интересного, потому что такие видео, ну, очень редко появляются. Дело в том, что человеку получилось, значит, перебороть торможение генератора, когда он вырабатывает электроэнергию, и вы забираете, например, на потребитель, то генератор обычно тормозит. И, видимо, этому изобретателю удалось побороть противо-ЭДС. Друзья, не забывайте распространять обязательно это видео и делиться им в соцсетях и максимально много писать комментариев, чтобы как можно больше людей узнало о подобной технологии. У нас там есть 100% у нас, 80% такой. Еще никогда я не встречал подобного вечного двигателя, который не просто показали, а именно установили на транспортное средство, а именно электровелосипед. Точнее, велосипед и сделан из этого вечного двигателя. Что самое забавное, подобные технологии существуют достаточно давно. Но многие люди в это не верят, поскольку законы физики отрицают существование подобных вечных двигателей. Но мы-то с вами знаем, почему эти знания всегда были запрещены. Экономика может быстро пойти вниз из-за того, что топливо не требуется. И мы можем бесконечно долго путешествовать, ездить на электровелосипедах или летать на электросамолетах. И думаю, тут все и так понятно, почему эти двигатели являются запрещенной технологией. Друзья, не забывайте распространять обязательно это видео и делиться им в соцсетях и максимально много писать комментариев, чтобы как можно больше людей узнало о подобной технологии. Также подписывайтесь на телеграм-канал, там вы можете найти все исходники видео. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Azlar.
Юслар маған әтлен аржам көрса маған. Лешін де вегетел. Махавек. Мотор 2 киловатт. Генератор өзім тақлаған маған. Ишқанақа шотка, стартеры, отмоткасы жоқ. Магнитный. И мака. Бля, бошка мене. Моторники мене. Курнап тему. И мене уланген. Хоть индийский декал. И мене карабтурин лампочка. Эна трема мене. Он оборот кайонап. Чады шинака таклаган ма. Мене охрака курсан бу холдачек. Хамай он корзлама. Бешта лампочка. Энде. Хоп. 220. Хам съёмкам. Кема. Мен. Корнып турта масса мен. Мотор. У мана. Қамас көрініп тұрды. Мен уланған жойы лампочка күйіп кетеді. Керек емес ол. Мен даже шұндан тортым көрізді мен. Еш қанақа. Жоқ. Мотордан. И моторды мен 220-да беремін. Амперін көрем. Мен. Бағат мұнға. И ара. 220. Енді жақсы алып қарайын мана. Қайсыға шымды мана. Лампочкалар жолында. И мына бұны ешеміз. Мына қара. Ана яна қарап, минималды қараңдар. Мына керек емес қой депті. Мана мотор. Шешесі жоқ. Мана генератор. И лампочкала. Мотор. Мунга, на. И лампочкала мана. Ишкараха. Сагиня съёк мана. О, лазала. Искра бербам курсу мунки. Опасны. Мана. Лампочкала ёнып тұрты. Оды моторны учырама. Карап тұрын. Шондызлар мана волт түшіп кетті. 50 волт, 30 волт. Мана қайтып оны тықама ішлемейді. Мана. Енді яна бош қаттан қазір маслаға нәчі киловаттқа көтерішін көрсемін. Яна 220-ға береміз. Мен білмедім, лампочкалар білен моторны күші етедім, жоқ мен. Бұл мен фақат моторға мен. И мен генератор өзі нерге мен. Мен 500 ватт, 500 ваттқа мен 2 киловатт күші етмейді. Yaxshilab qo'yinglar. Ahamiyat beringlar. Mana. Olaman mana. Generatorga mana. O'xshadimi? Mana yana ko'rsa mana generator. Lampochka. Mana generatordan prямой. Mana endi mana bolgarka
Sen akama al da şey etme ne? Oze, bir yerde yok şu kanak açma ne? Ben Ruska'dan size de. Lampkalı generatörden prayam bana. Болгарка, кто там есть? Ахмедов, корень. Мана. Чханака. Мана, генератор да. Факат бы уч фаза клиган манга. Учта и кизигр мана. Уч 80 вольт мотор не ямиш летаза. Биш клады, тур клады мотор не ямиш сынап көрді. Чханака, мана. Жотка йо. Магнитный. Ana motor ne diyeceğim ha? Ana sekilaştı mı? Ağzı işli yaptı. Bak yana olamam ha. Yana ulgurdu. Razgom oluşkan ha. Oğurlaşıp. Yana işlep getirdi bana. Razgom oladı. Abarot oladı. Bu 5 kilovat. Энерган бо. Ойн оборотка 10 вольткача, 15 оборотка еще сынап көрді. Бір ярымың оборот. Садан жауап күтемен. Хақиқи ме, хақиқи емас ме. Яна давамы, мана бу контейнерлер билан ишлатама, бу мотор датч холга. Тахлаган ман, отмотка қилган ман ўзим. 250 амперга и мана шу 2 кВт-ни ишини кучини айлантириб ҳам кўрсатиб бераман. Ҳозир сизлардан жавоб кутаман. Ишонар, ишонасизлармы, ишонмайсизлармы? Ҳақиқатми, ҳақиқат эмасми? Шуни жавобини ёзинглар. Искраны караем. Narsamiz 100% emas, 80% taqvoli. Mana bu generatorimiz qizib ketadi bugunchi. Buni boshqa qilamiz, mana temperatura o'zi yaxshi ko'rsatdi. 30 9 yopdi mana 54. Mana bir tonada bu 1500 uchun. Каталашаман, манавулда, битта оқта, хам махабит, хам мотор, хам генераторни қиламан, мўъжиза қиламан. Мен мана шу жерга ҳайрон бўлганман. Бу генераторни ичида қилганман. Сумини қалам деганман, қизиди, майнинг ҳам кучи етмайди. Каталашаман. Harbiy qorga chiqqan payt kontakt qo'shib ishlaydi. Mana kontakt tortaman, uchib qoladi. Shuni o'ylab topgan edim,
Мавера магнитный датчик на холла на пишем угодно, ну, испытания учен, тикшиш учен. Для магнита у нас была балансировка маховек, огур енгел джойлер болды. Балансировка кылып тахладым, тумламаслык учен. Эң керек нәрсе, азырча мен мана буны айландырып, мана бу жүргүзүш. Tahmin 25 sen, bana bu tizlikimiz 50 olmuş tizlik o gürüsün. Businesses, gaz, bir batarya, bir zeryatka, bu yüzden inerge çıkıp hareket kıladı. Gelecek, bölecek, avtomobil. İlma birinci asımın avtomobil böyledi, bu da kolası. Yine bismillah. Yani bu kadar. Bu. Böyle kan. Yani bu kadar kan. Mana texnika. Mana gapga ham kelib.